Сегодня проходит блестящая конференция, которая посвящена опыту казахстанской компании «Документолог». Мы всегда говорим о конкурентоспособности казахстанского бизнеса, об экспорте услуг из Казахстана. Но на самом деле для того, чтобы компанию признали на сторонних рынках, вначале нужно признание на внутреннем казахстанском рынке. А для этого нужны контракты с крупным бизнесом, с квазигосударственным сектором. И наш жилищно-строительно-сберегательный банк, который работал с 2015 года на локальной версии документолога, 18 июня подписал в этом году соглашение, и теперь мы пользуемся облачным сервисом документолога. Вся техническая поддержка, все разработки делаются документологом. Это мы делаем прежде всего для того, чтобы компания наработала уникальные компетенции совместно с нами и могла их дальше предлагать казахстанскому, а может быть, когда-нибудь и международным рынкам. Для нас это очень важно, потому что бизнес жилстрой Сбербанка последние 3 года значительно вырос. У нас сейчас 1,5 миллиона вкладчиков, 250 тысяч казахстанских семей обслуживают займы в жилстрой Сбербанке. Только за 2019 год уже 44 тысячи семей справили новоселье. И, соответственно, наши внутренние силы больше направлены на автоматизацию клиентских операций. Документолог с его уникальными компетенциями на рынке, я думаю, блестяще справляется с задачей как создания такой программы, так и ее развития, расширения, технической поддержки. Поэтому всем казахстанским компаниям от лица жилстрой Сбербанка рекомендую переходить в облачные технологии.